Всем привет, друзья! Это продолжение нашего супертрипа по штатам, в конце которого мы почему-то оказались в Карпатах. Но сегодня не об этом. Позади у нас остались Нью-Йорк и Майами, видео с которых можно посмотреть по ссылкам в описании и аннотациях. Еще находясь в Майами, мы чудом выхватили акционные билеты и всего за $88 успешно прилетели в Лос-Анджелес. Прилетев, мы сразу же сняли себе жилье на пару дней. Помог нам в этом сервис Airbnb. Оказавшись на месте, мы тут же пошли исследовать город. Всем привет! И сегодня мы в Лос-Анджелесе. Шли месяц спустя. Неделю тому еще мы были в Нью-Йорке. Было холодно. Там практически зима наступила. Не прошло и недели, как мы оказались в Лос-Анджелесе. Майами нам как-то не очень понравилось, поэтому мы решили, что надо двигаться дальше. Да, это очень специфический город, наверное, для тех, кто хочет оторваться, повисеть, но мы в таких условиях себя чувствовали не очень комфортно. Поэтому мы выбрали золотую середину. Здесь есть горы, здесь интереснее ландшафт, и ну, даже в аэропорту мы уже заметили, что люди, они какие-то более интересные, развитые, что ли. Да и климат нам тоже кажется более приятным, потому что здесь не настолько повышена влажность, как в Майами. Чувствуем себя комфортно, нам все нравится, мы только начали смотреть. Сегодня мы пришли в Гриффит Парк. Это то место, откуда открывается вид на весь LA. Мы не знали, как называется это место, пока нам не подсказал чувак, у которого мы живем. И теперь мы хотим подняться туда и посмотреть. Также там находится обсерватория, и с нее видно звезды. Должно быть. Находимся в музее натуральной истории, где запечатлены все самые знаковые события человечества, да и вообще природы и планеты. И сзади нас огромный скелет динозавра. Теперь можно понять, откуда пошли все гопники, которые просят у вас сигаретку или мелочь. Вот она, эволюция. Вот так вот происходит обучение в музее. Если ты хочешь, ты нажимаешь на кнопочку, и оно тебе выдает всю информацию, которая тебе надо. Про животных, про изменение климата. Все, что хочешь. А это экспозиция, в которой находятся натуральные природные материалы, различные камни, каждый из них подписан, и можно посмотреть, что они собой представляют. Где мы сейчас живем? В ужасном месте, на самом деле. Квартира милая, красивая, но грязная до ужаса. И было очень холодно. Мы живем у двух студенток, которые очень милые с виду, но настоящие хрюшки. В ванной находиться невозможно, вокруг тоже все очень грязно. Несмотря на то, что квартира белая, создает впечатление очень крутой, она ужасна. Да, мы повелись на фотографии. Ну и студентки вроде на вид ничего. Но такие поросята. А еще нам было очень холодно 3 дня, и только сегодня починили обогрев. Не было туалетной бумаги. Что еще? Да ничего не было. Вилок не было, мы ели макароны ложками! А еще я слышал, как китайская студентка бэкает по ночам в туалете. Видно, ее кто-то пригласил на свидание и споил. И... мы услышали ночью последствия этого действия. Мы сейчас на территории Южно-Калифорнийского университета. Расскажи нам что-нибудь о том, как учатся здесь студенты. Здесь прям целый городок, где есть своя церковь, где есть жилые здания. В
Вот мы прошли, там живут студенты, это отдельные маленькие дома. Есть комьюнити, община, в которой живут студенты. Ну и туда дальше идут всякие здания административные. А еще сзади нас идет огромнейшая стройка. Мальчик проехал. Идет огромнейшая стройка, и это целый, мы так понимаем, городок с корпусами для студентов. Вы можете увидеть весь город, и здесь меньше нужно идти, чем в Гриффит-парке. Также мы здесь полетали на дроне, и нас никто не тревожил по этому поводу. А Хрюша упала. У меня вот такая вот ссадина, и тут надо аккуратно находиться, и телефоны желательно в руках не держать, потому что могла бы быть халепа. Я упала на локоть, спасла телефон, рука пострадала. Да. Он находится недалеко от Голливуд-бульвара, от Аллеи Звезд, поэтому если вы хотите избавиться от вот этих всех навязчивых людей, вот этих реклам и так далее, можете подняться просто сюда, буквально тут метров 500 пройтись и попасть вот в такое место. Это круто. Сегодня мы приехали на Venice Beach. Это очень классное место, молодежное. Здесь все катаются на серфах, на скейтбордах, на велосипедах. И вот сейчас именно мы находимся на Venice каналах. Вероятно, не просто так это место назвали Venice, потому что оно очень похоже на Венецию. Если вам понравилось это видео, не забываем поставить лайк и подписаться на канал. Всего вам хорошего и до скорых встреч!